Сегодня у нас в гостях еще одна победительница нашей праздничной лотереи, которую мы проводили к 8 марта. Весна идет. Зовут ее? Докшина Виктория. Докшина Виктория. Она пришла сегодня к нам в офис и получает вот такой замечательный подарок. Это маска для мамы. 3D экологен. И для себя, наверное, туалетную водичку, если ей понравится. Вика, скажи, пожалуйста, как вообще ты увидела информацию об этом конкурсе? Я ВКонтакте зашла на страницу Натальи Невзорова и нашла сайт «Мастерская роста». Там увидела конкурс, решила зарегистрироваться. Потом, сколько, недели, наверное, две прошло. Я как-то тоже так случайно зашла, смотрю розыгрыш, там мое имя. Очень удивилась. Да. Очень удивилась. Да, акция у нас рекламная. Цель акции, чтобы жители нашего города познакомились с нашей продукцией. Но я знаю, что ты консультант. Да? То есть сейчас уже не покупаешь продукцию? Я не консультант, но мама консультант. А, мама консультант, да? То есть мама... Я покупаю. Покупаете, да, продукцию? А что больше всего нравится из того, что вы приобретаете? Ну, для меня так, мне нравится этот тушь. Вот сейчас я недавно заказывала даже две... Giordani Gold. Угу. Вот, а с пластиковой кисточкой или с такой? Нет, с такой нормальной щеточкой. Со щеточкой, ага. Да. А маме нравятся помады там, вот эти всякие. Помады. Ну ладно, принимайте участие в наших конкурсах, выигрывайте и получайте еще больше подарков. Спасибо.